Привет, ребятушки. Ену я на проводе. Помогай мне разгружать кухонную карету. И вуаля. Смотрите, какой сюрприз. Вы такое видали? Я этой рукой даже левой не возьму, она тяжелая. 3 килограмма. Ой, ой, ой. Это не глыба льда. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я скажу, сегодня это у нас такая огромная каракатица. Огромная каракатица. Вы такую видели когда-нибудь? Давайте я ее так на стол положу. Оп. Куда поехала? Огромнейшая каракатица. Вот это у нее, наверное, ушки или глазки, или плавники. В общем, я не знаю. Так, а ну поворачивайся. Что там у тебя еще есть? Извиняюсь за шум. Ну, конечно, на ней еще есть лед. Ну, вот такое огромное чудо, которое я сегодня приготовлю. Я сарика, естественно. Сейчас, для начала, я его разморожу, это чудо. А потом будем посмотреть, что у нас с него получится. Так, у нас уже пошли минестроны, потому что у нас уже похолодало. Хотя сегодня 20 градусов утром. Сегодня не холодно. Вчера вечером был шпинат. Короче, вся наша брюссельская капусточка. Вся наша заморозочка. Горошек зеленый. Вот, кстати, вот эту каракатицу очень вкусно делать с зеленым горошком. Есть итальянское блюдо. Ой, дай бог памяти, с утра не вспомню. С утра, потому что 5:30 утра. Смотрите. Лилек не бреше. Лилек вам честно все говорит. Поэтому я еще даже не зарядила духовку. Видите, я уже не пришла в 4:30. Пришла в 5:30 на целый час позже обычного. Потому что мороженого я сделаю только 2. Вот. Ну, короче, я занимаюсь своей вот этой пустышкой. А потом уже посмотрим, что будет дальше. Дальше, естественно, будет дом с продолжением ремонта. Но кухня-то тоже есть кухня. Ну что, красавица моя, красавица. Представляете, как она по морю плывет. И все вот это у нее, плавнички вот эти все движутся. Хвостиком виляет, такая вся навороченная, да? И всех подряд заглатывает. Представляете, это сплошной белок, ребята. Сколько это пищи. Сейчас она еще чуть-чуть до Эрики прихода поразмораживается. И потом мы совместным трудом ее приготовим. Еще она тут чуть-чуть деревяна. Гляньте. Какие у нее присоски, да? Как засосет вас. И утащит в морские глубины. Ладно, лилек работает. Хорош баловаться. Это каракатица. Эрика рассказывает. У них есть такой мешочек с черными чернилами. Ну, это кальмар большой. Вот. И когда ты ее трогаешь, и она хочет тебя за это отомстить, она на тебя выбрасывает эти черные чернила. И потом ты их фиг отмоешь. Так что, ребята, лилек режет нашего кальмарчика. И мы его будем готовить. Con piselli facciamo. Можно с картошкой, можно с горошком. Как захотим, так и сделаем. Давайте же покажу вам, что у нас получилось из каракатиц. Вот такое вот блюдо. Картошечка, зеленый горошек. Каракатица. Она как была нарезана, ой, вы вспотели мелкими кусочками. Она не уварилась, стала мягенькая и с томатиком. А тут у нас рыбка. А тут у нас все остальное. Лазанья с песто. Морозко мы сделали такое. Говядинка под соусом. Куриные ножки в бекончике. Картошка наша, в общем, у нас всего полно, видите. Даже тут стоит, не помещается, что людей сейчас море. Гамбургеров целая куча. Смотрите, какое разносище. Видите? Так что
Начать и кончить. Работа идет. Контора пишет. Увидимся дома, ребята. Аппликация на тему детский сад працює. Руслана тут линейка, все, він сів и риже, 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 риже. Скільки він уже тут кусочків нарізав. Що, інтересно, да? Як ти кажеш, Руслан, клей називається? Суперліпучка? Ну, у нас сумасшедшая липучка. Сумасшедшая липучка називається клей. Его постоянно надо держать закрытым, потому что это сумасшедшая липучка, только откроешь, он сразу засохнет. А у нас тут сумасшедшая липучка на полу. Вода, кисточки, непонятно что. Ну что, показывать? Подержим интригу, че показывать? Боже, что это такое? Такий кирпичик гарный. И сбоку, и тут. Тут у нас идет затирочка сразу клеева. А тут у нас идет такая. На великому. На великому показать. Так, сейчас покажу. Ты что об себе шпатил? Это же мокрый. А, здесь мокрый. В общем, это смотрится вот так. Бежевый цвет. Боже, это шпательком каждым на клей надо нанести. То есть клей надо нанести. А, ты еще вот этим ребристым. Видишь, все-таки он пригодился. Маленький наш шпателек. Это у нас на работе что-то робили, это строители забыли. И хлоп, и есть. Надо настолько все аккуратно, чтобы не вымазать плитку. И еще и поставить распорочку. Ну, оно быстро высыхает, поэтому ты вот эти звездочки быстро снимаешь, да? Раз, два. Ага. И потом уголочек будет еще тут трошки клеем затираться. Такий дуже красивый рисунок на там камушки. И он сам по себе мягкий, а потом он затвердевает и стає как стенка, благодаря этому клею. И сгибать его нельзя, потому что он тут на прямых углах он ломается, поэтому пришлось вот это Руслану все резать. Боже, боже, это какое терпение надо иметь. Игрушка, аппликация для детского сада. Дальше. Маленька, велика. Я, конечно, стою не с твоей боки. Руслан поднял вверх, а потом будет шурувать тут кирпич. Теперь другую сторону, потом уже середину. А, теперь вот эту сторону, а потом уже серединку. Вот так потихоньку, целый день сегодня в такой вот кропотливой работе. А ты знаешь, что я могу сейчас зачистить балкон? Вот эти полоски взять. Сейчас хорошая погода, так что я сейчас займусь. Сразу же ребрышки убираются. Засохнет клей и будет у нас ребристая поверхность. Кисточка. Не теряє свої волоси трошки. Ось така вона рібриста. Руслан просто її заглажує. Короче, ювелірна робота. Обалдеть. На красоті. Неймоверно. Еріксончик, коза не діче ді кусти. Ти п'яче. Guarda un po' che design. Так.
Тільки сіла поснімати, машинка мене гукає. Ну как вам? Это еще не финал. Просто приехала Алена, забрала Руслана, поэтому тут разметочка осталась. Вот так она из кухни смотрится. Мы маленьким штришком ее обвели, она аккуратненькая. Я сейчас протерла полы, протерла так чисто. Протерла. И остается нам, ребята, последний штрих с вами. Убрать вот эту пленку. Вынести мусор. И уже можно в квартире ходить босиком. Бабка Юшка. Как всегда, цепляйтесь за край пленочки. Она отлично отстает. Мы можем даже свет с вами включить. Вот так вот. Тут нам видно было, какая у нас красивая ванная. Это еще, конечно, не все. Надо наводить порядки. Надо еще делать балкон. Но. Боже, гляньте, какая это арочка. Это вообще, это что-то сказочное. Еще до сих пор у меня стоит Андрюхин холодильник. Я сплю на диване, как всегда, видите. Рабочий бардак у меня на диване. Ну, это нормально. Вот сюда повесится, Игорюк, твоя картинка под вот эту люстрочку. Тут вымоется зеркало, как всегда. Вся квартира в зеркалах. В люстрах. Красивая. Алена еще ремонта не видела. Они поехали покупать ей краски, шпаклевки, смазки и все остальное. А я просто сейчас приготовлю уже. Так что, ребятушки, на этом всем пока. Благодарю за внимание. Спасибо вам, что смотрели наш ремонт. А сколько я уплачу Руслану денег, я ему уже ютубовские деньги, кстати, отдала. Это будет на потом, не все сразу. Так что всем пока!